Никто не ранен. Что вам нужно? Мне нужны 3 двойных чизбургера. Мне без лука. И пирожок с яблоком. Вниз. Сейчас, держитесь, я иду. Карабкайся быстрее. Что это было? Все наши средства коммуникации уничтожены. Мы застряли здесь, дамы и господа, и все из-за вас. Мы, в отличие от вас, подготовились. В старом здании управления есть центр связи. Если доберемся, то нам можно будет вызвать по рации вертолет. О, нет. Эх.
это? Только не бегите! Да последние того съедят! Не бойся, он не ест вегетарианцев! Динозавров все равно дубина! Нет, только не Ларри, он же мне денег должен! Пошли, пошли, вперед! Бегом, бегом, бегом! Как удачно, что я в этом году отбегал марафон! Осторожно! Вперед, вперед! Ох, спасибо! Я думал, мне крышка! Берегитесь вертолетов! Велоцирапторов! Сколько можно повторять? Он меня за ногу схватил! О! Сквозь стебли травы виднеется чей-то рюкзак!
О нет, тут еще рука, рюкзак и рука. Рюкзак и рука, и остальное туловище. Утихни, а? Я пытаюсь спрятаться. И туловище разговаривает. Он меня щекочет. Нет, помогите, он меня щекочет, только не пока. Я уж думал, меня сейчас съедят, как пирог с курицей. Зачем мы побежали в высокую траву? Худшая идея на свете. Вот именно, у меня уже аллергия на пыльцу. Я перед тобой в долгу. 10 баксов хватит, чтобы расплатиться. Если бы не ты, я бы точно того, капут. Откинул бы бренную оболочку, двинул копыта, склеил ласты, дал дуба, отправился бы кормить червей.